Приветствую вас на канале. Сегодня я вам расскажу, как же отменить любую подписку, как ее сделать, бесплатно использовать, чтобы вы не заплатили ни цента. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Показывая на простом примере любое приложение, мы делаем трехдневное, написано у нас 3 days trial, то есть бесплатное трехдневное использование. Мы нажимаем subscribe now. Вот, мы сейчас подтверждаем вход. И как бы ничего, у нас деньги не списываются за это. То есть мы 3 дня это используем бесплатно. Потом, если мы хотим отменить, естественно, мы заходим в App Store, нажимаем на нашу учетную запись, вот, покупки, подписки. Как можем видеть, здесь у нас сейчас отобразится именно то, где мы подписались, на какое приложение. Вот квитанция об оплате, это через 3 дня нам показывают, вот 25.07 снимется якобы $7. Мы здесь вот отменяем пробную подписку и все. То есть главное, успеваете, делаете, и как бы никаких проблем у вас не будет. Вот так вот любая подписка отменяется, в разделе подписки есть. Но есть случаи, что у вас подписки здесь не отображаются, вам нужно тогда скачать приложение, оно называется «Поддержка Apple». Просто можете написать в App Store, либо как вам это нравится, зашли, скачали. Точно так же под вашу учетную запись провели регистрацию, и все, тогда будет проще. Тогда вы сможете коннектить полностью со всеми вашими там подписками и прочее. Любые вопросы, которые столкнулись, хоть по учетной записи, хоть по iTunes, хоть какие-либо. Все пункты используются, пишите напрямую, связывайтесь с техподдержкой, и вам человек отвечает на вопросы. Сможет за вас удаленно все это сделать, если вдруг что-то у вас система не отображает, если у вас есть какая-то активная подписка. Если вам необходимо отменить, заходите вот в подписки. Сейчас я вам точно так же покажу. Вот, нажимаете сюда, на цену, вот, отменить пробную подписку. Все, подтвердить. У вас больше не активно это все дело. Срок действия подписки, срок истечет. Вот, все написано. Захотите возобновить, нажимаете сюда. Не захотите, все, ничего вам, нажимать квитанцию обязательно оставляйте, чтобы можно было за этим прослеживать. Все, остального вам больше знать не нужно. Ничего сложного в этом нет. Все, это единственное, что вам нужно было знать, как это сделать. Поэтому вам нужно обязательно рассказать об этом видео максимально всем друзьям. Делайте репост, подписка, лайк, комментарий. И если останутся вопросы, конечно же, задавайте мне в описании под видео.